Поддельный паспорт, фальшивое гражданство и смена места жительства не помогли мошеннику из Чувашии скрыться от правосудия. На протяжении нескольких лет сотрудники уголовного розыска искали преступника, опираясь только на его внешние характеристики со слов потерпевших. На днях оперативникам удалось задержать мужчину. Как выяснилось, после задержания мошенник оказался уроженцем Республики Узбекистан. Проживал в основном в Чебоксарах. В 2015 году успел жениться. О сомнительном прошлом его избранница не знала. Этот человек был задержан за совершение мошеннических действий в отношении гражданки, жительницы Маргаловского района, которая в ноябре 2011 года обратилась с заявлением о мошеннических действиях, о хищении у нее 46 тысяч рублей и золотых изделий на сумму 5 тысяч рублей. Кроме того, мужчина брал у местных жителей деньги под предлогом оказания помощи в развитии бизнеса. Сумма вложений варьировалась от 800 рублей до 150 тысяч рублей. Доверчивые граждане без особых сомнений расставались с деньгами, рассчитывая на продуктивное сотрудничество. Встречались и говорил: давайте бизнес вместе построим. А какого рода бизнес вы предлагали построить? Там всякие было. Один открыть или не знаю, там... Вроде того. Но это небольшие такие мелкие точки. Оперативники предполагают, что обманутых людей гораздо больше, чем заявлений. Неудавшемуся коммерсанту грозит лишение свободы от 3 до 5 лет. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.